Аристократическая красавица, талантливая и целеустремленная. Мастер перевоплощения и в то же время довольно закрытый человек, так об Ольге Ломоносовой отзываются друзья и близкие люди. Актриса успешно совмещает карьеру и воспитание троих детей, а злые языки говорят, что это несложно, когда муж популярный. Режиссер. Статус звезды актрисе принес сериал «Не родись красивой». Изначально призналась Ломоносова. Персонаж не понравился ей. Злая и эгоистичная Кира представала картонной, шаблонной злодейкой, потому что она частично изменила характер героини, придав больше человечность, ответственность и наделив таликой благородством. Сериального возлюбленного Ольги сыграл Григорий Антипенко, старый друг по Щукинскому училищу. Среди совместных картин дуэт мелодрама 45 секунд. Первое замужество у Ломоносовой получилось в какой-то мере фиктивным. Чтобы остаться в Ахтанговском театре, гражданке Украины нужен был российский паспорт. На тот момент в общей компании актрисы познакомилась с Евгением Ряшенцевым. Отец молодого человека – поэт Юрий Ряшенцев, узнав о положении Ольги, практически подтолкнул ее и сына друг к другу. Брак продлился 1,5 года, обзавестись детьми Ломоносова и Ряшенцев не успели. Вскоре в личной жизни артистки появился режиссер Павел Сафонов. Исполнительница не стала Ольгой Сафоновой. Отношения влюбленные до сих пор не зарегистрировали. Несмотря на рождение дочерей Варвары и Александры и сына Федора, Саша уже выходила на театральную сцену, поет в хоре. Варя танцует, играет на пианино, ведет собственный блог. Музыкальное образование мама считает обязательным, а в актрисы девочки пойдут только, если сами твердо изъявят желание. Фото близких, селфи с коллегами. Кадрами из новых кинопроектов звезда экрана регулярно демонстрирует в Инстаграме. Ольга не стесняется и показать стройную фигуру, и выразить политическую позицию. Сейчас Ломоносова продолжает сниматься в кино и сериалах. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.